Нафиг вы меня сюда позвали? Ходи одним людышкой каким-то вырос. У вас есть там протопал, есть протовар, который забрал зов только что. У вас не было зова. Тусите, пробудитель, играйте в пробудитель, потом тут разорвет. Я падение небес забрал. Виталий, а это нормально, что, блядь, у меня не открывается карта Гилнеса, хотя я там качаюсь? Что? Карта Гилнеса не открывается. Ну, то есть я бегаю, территорию вроде как открываю, а на карте не обозначается. Давай конкретнее как-то, я не пойму, что происходит. Она вообще не прогружается или не открывается, как бы она в тумане? В смысле, что в тумане, да, в тумане нету ни хрена. Ну ты когда карту не открываешь и не открытый для тела карты, да, это туман войны называется. Когда ты нажимаешь, да, в тумане она не открывается. А, ну значит ты не добежал. Если туман войны, нажми Enter и 3W введи, он исчезнет. Блять, что никто не знает этот прикол. Что? Нажимаешь Enter и 3 раза W вводишь. Дурак, что ли? Да, что два человека только знают, что это. Ни в казаков никто не играл. Или в героев, бля, я уже и сам не помню, что это было. Это нормально или нет, Будел? Да, ну, я не знаю, все должно быть хорошо. И все-таки это ебучие баги. Не, на самом деле... хер его знает, но мне кажется, может быть, ты не добегаешь до нужной, типа, точечки, понял? В смысле? Я, блядь, обегал пол локации уже, там, квесты делаю, хоть что-то да открылось бы. Хуй, тем более, оно пишет, что открыта территория такая-то, блядь. Попробуй релогнуться, я не знаю. Ты чё за пиратка, блядь? Вот именно, что, блядь, пиратка. Официальная пиратка. Пиздец, блять, поломали оффу уже, что ли? Кто ее там чинит? Да не, я тут написал, короче, им техподдержку, что у меня глючит. Там просто, ну, пиздец, короче, со мной связалась подруга какая-то, и вот первое у нее было, ну, я ей пишу, я перезагружал компьютер, мне не надо такое советовать. Она не да, нет, да, нет. Такой не любит советы. Отключите все аддоны, перезагрузите компьютер, блять, перезапустите Warcraft. Не, а там же ты заходишь на сайт, короче, включаешь тест. И, ну, как вот логи ты пишешь в Warcraft, только так же само ты типа пинг свой пишешь интернета, вообще, куда он расходуется. Полностью, блять, выгружаешь вот этот весь список, им там скидываешь, сколько времени там надо играть, минут 10. Она мне прописала там 10 шагов, которые мне надо сделать. Ну там, блядь, вплоть до обновления драйверов видеокарты. Сайтик. Я их нахуй посылал сразу. Нет, просто сайтик, нахуй писал. И, короче, это все обновить, где все сделать. Ну просто пиздец, ну вот, блядь, я не аж приятно было. Короче, все сделал, заебись, не лагает. Не подходите к трэшу, там персона на нем, бейте пока командира. Я всего 4 раза техподдержку писал, и каждый раз, когда мне отвечали, отключите аддоны, блять, обновите драйвера, их нахуй посылал сразу. Ну, блять, это такой дебилизм советует, я не пиздец. Не, ну есть аддоны, которые реально влияют просто на игру. Я знаю, что они есть, но, блять, у меня их не стоит, понимаешь, как на все дело. Там приведите тех троих мобов. Да, устаю. Дайте рост, шаманы есть тут какие-то, дайте рост. Чего не говоришь, надо дэмни зайти, да? Не-не, не надо. Один раз у меня там ювелирка забагалась, а они тоже про аддоны начали втирать. В итоге это косяк там что-то там, хуй знает, что случилось. Ну, короче, дело не в аддонах было. Просто ювелирка не открывалась и все. И тебе что-то... Они мне там что-то потом прописали, блять, я хуй знаю, нормально все стало.
Не, ну я CLK там багал. Ну, я там на минут 15 офнулся. За меня, походу, ГМ зашел, блядь, что-то намутил и нормально все стало. Ивент на профи. Ой, не на профи, на вальке. На вальке крок, короче, забагал я крока. Я пробежал, все собрал, за один каст убил, а он так и не пошел. Старый контент очень-очень хуёво работает. Похуже, чем на пиратке, блядь. На лофе сейчас. Ну, не совсем. Ну, я еще в ульде, конечно, не был. Ну, самому скучно идти, я там заблужусь. Чё там был ждать-то в ульде? Там коридор прямой. Да не, я такой. А чё, вообще стоит оф покупать себе? Не очень, я бы не советовал. Ну, вообще так все вопрос. Ну, берите столик там, кому надо. Мне вот вообще по кайфу там играть. Тем более там просто такой прогресс сервера, чтобы ты понимал, там даже не все люди, но если к личу сравнивать, вот не все купили еще, блядь, шмотки за триумф, понимаешь? Весь сервер еще не фул в триумфе. Да, там только-только неделю назад покрылся новый контент. Там даже рейлов еще нету. Две недели. 14 числа. В 13.00 по Америке. То есть для нас там... Ой, по МСК. А для америкосов на день раньше, типа. Так, ладно, давайте. Пока что-то никого больше нету. Кюрсов и каши, троги, мажьте яды на диспел. Давайте бафы. Да, тут. Ну, давайте, короче, там ДК пулить какой-то. И чё, когда ванила выходит на офис? Неизвестно. Да она никому не надо. Но ее не смогут сделать. Люди, которые делали классику, не работают уже в Близзарде. Там с лича-то никого не осталось, ты говоришь о классике. Ну, типа Легион делал совершенно новый сетап. Мне кажется, ребята... Че? Заморачивайтесь какими-то там новочками. Это он только у меня лагает или это он? Нет, микрофон как будто в жопе. Или вибрирует. Или может быть он сам в жопе? Это что ты, шутник? Все. У тебя интернет лагает, судя по всему. Батарейки садятся. Где в микрофоне? Да. Батарейки в интернете, что ли? Ты заметил только 1DD в RSDOS карьер? Есть. На кого зайти? На он же должен был на сову зайти. Или он не пойдет вообще? Кто, кто, Сусетина? Ну. Я не знаю, потому что предлагали, типа, я этим друидом, он магом, не знаю, что-то он не услышал или что. Так, ну давай вкрыть основу. Наверное, понял, что Войт его не берет, а он там урывается, и он ушел нахрен. Думает, нахуй, куда? Не знаю. Кто там второй БДК спекает, если работает, так понял. Так, да, первую копию Рогот, вторую утроп. Так, мана есть у всех, ну давайте, пулите. Пули, Виталик. Виталик, пули. Алло, блядь, Гуделк, ты тут? Да троллил, рофлил, рофлил. Рафлянчик, блядь. Ты хуйни нахватался, что? Ты что, давно не был тут? Может, отвернешь? От кого?
от тебя. Ух ты, вообще драйвика не откидывает. А ну как повезет. Танки, перед тем, как подкинет вас перед копией, второй, отдадите дефы. И там незыблемость или срезку, там что-то хорошее отдадите. Троп забирай. Хильте хорошо танков, тут чуть осталось. Почему они уже ходят с вихрем? Блять, это там уже умер. Ладно, идемте на босса, дайте там по нему какие-то бафы, каску М5 ему дайте, минеры дайте, квадратику. Короче, я сидел хилил между тремя, и хуяк этот повернулся на меня и сбежал. Но до сих пор оно не подвергалось такому, что... Так, Джесс, давай с центра уходи, если что, чтобы не спорить. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Ух, Виталик, ты бойся. Те танки сами там право-лево разбирайте. Все, можете начинать. Тогда я хитрый, что-то издеваюсь. Я в спать бы пошел уже. Так иди. Ну ладно, всем спасибо, удачки. Че ты нам одолжение делаешь тут? Смотри, блядь, жертвенник нашел. Да, не спать просто охота. Обратите их в пепел! В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герой. Мне неведомо чего... И такое молчание, че ты ждешь? Что, мы тебя пожалеем, что ли? Да не, хочешь пожалей меня, мне все равно. Пусть вон Марина тебя жалеет. Она что и тебя жалеет. Да не переживай. Курс вон гривны повысился уже. Скоро выборы будут. Да, весело. Заебись. Ну то их кандидат в пидоры, да? Ничего, скоро очередной Майдан будет, наверное. Что, в Украине выборы? Да. И у меня уже по городу... Президента? Нет, мэра Киева. Нет, блядь, нового РЛа, понимаешь? И нового нас... ГМ и гильдии, блядь. Да, и везде уже плакатики висят с Вилкулом младшим, там, выбор есть, понял? Олег, заходи. Там Ваня. Такой вопрос, подходи. Ребята, из Украины кто? Шария кто-нибудь смотрит на YouTube? Кого? Смотрю, да. Анатолий Шарий. Интересно рассказывает, но есть одно но. Но. Ну несет, да? Но есть одно но, несет хуйню, да? Не, он не хуйню несет, он действительно нормально рассуждает, ну вот показывает действительно, как к нам сейчас власть относится, ну это цирк, но он просто как бы сильно сфокусирован, понимаешь, и то, что он говорит, можно в принципе говорить вот, блять, про каждого президента, про каждую страну вообще, про любую, ну кроме Швейцарии и Японии, и Китай, Китай, сука, до 50 снизили пенсионный возраст. На этом фоне красавцы просто, я не знаю. Снизили, да. Вот а, у них был 55, они прям снизили. Просто снизили. И Китай там еще все еще коммунизм. Так Китай, китайцы работают по 12 часов, если не больше. Да, японцы работают. Где? Китайцы. Да, японцы это работают.
Олег, выходи. Китайцы еще вуилу там ебут. Так, блядь, ладно, до давайте сих пор. По тактике, пока не бафайтесь. Так, крит, танчишь големов. Да, стоп, прогдок, танчишь первый, значит, заходишь в тьму, будешь танчить в кредит големов, потом халена с големами будешь танчить. По хилам хаба, когурчик свету, остальные все во тьме. Так, друиды по инерам. Шеланси заливаешь МД, хали заливаешь хаби. 23 тела. Нет, сейчас зайдут. Хаб, заливаешь хаби, хали шеланси заливаешь хаби. Когда во тьму зайдем, сразу заливаете. МД там ману экономит, хаба тоже ману экономит. Танков хилим, не роняем, танки вроде нормальные. Четвертая пати, кроме демона, остается добивать. Ну а во тьме там, как обычно, Фрида мы там сами распределяйте, паладины. Джаги тоже там сами распределяйте. Еще раз хаба в свету, да? Да, хаба в свету. Может, я тоже на добитие останутся, у меня там экзекут как раз, захуяли всех. Да, сами распределяйте. Не-не, заходи во тьму, там баф демона профит. Не. Как показывает практика, без разницы. Пятьдесят секунд до шкаф. А 25-й кто будет? Шо, кто будет? Человек-невидимка будет 25-й. А батл рэп в рейде? Заебись, кому из тели макрос переписывать? Так, пишите там в РК, кто на какой спек ролит, куда ЭП будет получать. Сейчас захожу. Тык шкаф. Но я тестил. А этот трейд без истерии, короче. Я говорю, тебе берите. Ладно, дай пати Олегу. То, что там бомбрикос есть. Это на common. Давай. Дайте суслику на мага 1000 гп, чтоб он заебался с нами. Слава, у тебя шо, плаща нету? Шо, мы в 2 дк пойдем? Да, в 2 дк. Там Милан, Наполи, дрючит, там какую-то доту смотрит. Тут, так, ладно, дайте бафы там по... Кого там добрали, по ДК и по охотникам. Мелкий трэш на поле на протопало. Так, ну вроде все рассказал, давайте заходим за риньючек на пол. Каску по ДК. Дайте там рыбу, если есть. Да как риньючек на пол, йоу. Дай мне МК. Частицу на кредиты. А кто из шаманов в каком мире? МД, ты во тьме. Дайте лапку. Ваня, дайте мы лапку. Подождать. Ваня, дай фласку, пожалуйста. Я тебе свара дам, у меня на варе куча их. Заранее ауру там поставьте во тьму. А то там конь стоит. Зиба огромная. Так, все, все готовы, билеты, заходи за линию. Давай, ДК, начинай. Почему мне холипал частицы не дает? Кто у нас холипал? Навка. После дыхания пробуйте его выровнять. Дарик там стал тише, только не под дыхание. Паралайз выноси. Смотрим, сейчас метеорит будем. От халёна отойдите. Бежим.
возьми там или Слава, или Мислава по дисперти. Смотрим, сейчас трэш будет. Триса, ты тут, Саша? Да, да. Слава, резай. Дайте там по нему бафы какие-то. Каску дайте, пристабаф, лапку. Горн. Да, можно горн, пусть ветками бьет. Четими, лапами, крыльями. Гнездами. Берет-то выноси. От Халёна отходим, смотрим, метеорит сейчас будет, бежим. Смотрим, как лужи будут литься. Так, смотрим, лужи нормально. Не подводи так близко больших. Давай, заходи сразу. Четвертая патча остается добивать, кроме демона. Играйте пока мелкий трэш, больших задут этим. ДК, заходи. Рейд заходим. Во тьме там в печеньку встаньте, играем по этому, по трусам. Все. В смысле? Вот там два раза. В смысле? Блять, вы что хоть зашли? Ты что, незабываемость не отдал? Отдал. А че вы сдохли? Он танк упал. А че он упал? Че вы не захитили? Мы закончили. Шкурки бананов во тьме раскидали, сука. В смысле? Блин, чем вы там хилите его? Бинтами. Ты просто на кошмоте танчишь. Вроде же нормально же первую фазу танчил. Да не поражался, ну что-то. Поражался, у меня он даже КД на незыбку 2 минуты. Да не поражался, там всего 2 минуты КД. Я тебе говорю, зашел, прожал незыбку и сразу после этого еще и отдал этот. Потому что захила не было. Да, не верю я тебе. Что я делал? Ну как я могу тебе верить, я же БДК. Там можно 10 секунд без хила жить. Ну... И можно посмотреть на шаманов еще, конечно. Поверить. Ну, шаманы у нас, конечно, да. За счет того, помню, тебе полный дамаг ебал, 35 косарей. Давайте сюда с вами, АП уже пройдет. Там шаленси, заходи, берет, а все тут, ну давайте фулбафы. Элики, отходите от Халиона как-то немного хотя бы, блять, они бы прямо во фрейме бейте, его роги там, фурики. Ты не поверишь, но там шаман стоял. Серьезно, блять? Серьезно, да. Жесть. Сейчас, кто-то юзнул расовую билку, он спешил. Вариантик, слышишь, да, немка? Торы ты дал, давайте чек на пол. Слышите, кони, поменяйте конячью ауру. Там паладины во тьме, главное, фридом разберитесь, поставьте ауру, броню и средоточие. Давайте, все готовы, за линию заходим. ДК, начинай. Финал НТА завтра ж будет? Кто? Финал International в Доте. Сегодня. Я тоже не знаю, что это. Смотрим, метка, 100 грамм, выноси, через хвост возвращайся. Бежим, падает. Смотрим, как будет раздеваться, смотрим, лужа в рейд, не в рейд. Раз выносить через хвост, возвращайся. Через хвост. Бежим.
Смотрим, как лужи будут литься. Так, лужи нормально. Вреет, ненормально. Норка выноси. Мелкие растут, отведи мелких. Мелких отведи. Не подводи так сильно близко больших. Так, ДК, заходи, рейд, играем по мелкому трэшу. Далее АОЕ. Там прожми незабираемость ДК. Заходите, рейд, заходите. Четвертый остаемся. ХП Крик достал, Виталик? Да. На печеньку там в это место встаньте. Спасибо. Наверное. Заходить. Это сейчас. Скажите, когда можно будет зайти. Заходите. Заходи. Заходим, там боты добьют. Давайте быстрее пропускаем лезвие, ближе к морде сейчас выносим. Давайте ближе к морде смотрим. Наркота выноси, ближе к морде, только не в лезвие. Там друиды иннер своим шаманом давайте. Сейчас назад метку выносим. Обычно. Морка выноси. Пятьдесят два, готовьте свет, после лезвия будем выходить. Что у вас такой ДПС аж хороший, 50%. Так, сейчас будет метка, после метки мы будем выходить, только портал не залейте. Месау выноси, только не в портал, все, выходим в свет. Рост свету. Свет, первая метка, ровно назад выходите. На Алексис. Смотрим, метели сейчас будет. Бежим. Смотрим лужи. Лужа в рейд. Нарексис выноси, рост во тьме, играем по трэшу, свет по трэшу, протопал чуть дальше, отводи к хвосту мелкий трэш. РД больших, мелики маленьких, рост во тьме. Престы бьем через рыб разума. Давайте Халеона бьем, два мира, хаба, Виталик прожмись, хаба выноси. Захиливайте, бежим, хаба, блин. Беги, хаба, беги. Фух. Лужа нормально, свет стоп. Свет не бьем, только трэш свет. Да нас Геру не дали. Дайте рост во тьме. Свет играем только по трэшу. МД, дай свет. Геру. Так, давайте, бьем Халеона свет. Добивайте мелкий трэш, бьем Халеона. Инцетарера выноси. Там гимны на монострелете. Танк умер. Че он опять умер? Река прилетела и убила. Кто? Прилетела 34К и просто шокнула. Есть дедоспек. Есть ФДК 64. Да, не может меня зайти танкануть. Даже не знаю. Там походу шаманов и кашел войти в РК не мог. Что он с двумя одноручками что ли танчит? Ну я как бы плюсовал ФДК, а не БДК. Ультидис танчит. Ну, убирай
Дети, одноручки ставь этот лор. Так у нас как стоит? Тыкайся в БДК. Блядь, одевай глору. Какой у тебя спек стоит? Если можете, пожалуйста. Можно БДК в воле мертвых не скачать. Есть там у тебя спек с воле мертвых скачанных? Я говорю, метод спек и ФДК другой спек. Ну, Вань, заходи туда на ФДК. На ФДК. Не заходи, я потанчу во тьме. Этот рок-дог, удаляй этот спек и делай потом БДК. Или не плюсую этим персонажем в рейс. Сейчас я тоже буду падать, сейчас посмотрите. Так, у нас получается поменяли, сейчас начинает паралайз танчить, заходит во тьму, а так все как обычно. Рокдог ДД теперь будет. Так убери его четвертый патин, что набивать будет, не буду его делим. Так мы их трём добивали. Что там без разницы? Ну давай, Шаленси, оставайся, добивай с нами. Он код. Это, да, оставил? Да, он код. Да он третий возьми, колесилось. Ханта оставь и все. Маша, с нами останешься подобивать. Так, я и оставалась. А. Ну все, давайте чек на пол, смотрим там. Что вам не хватает. Подожди, подожди, что-то лужа тикает. Сейчас золотую налью под себя. Дайте лапу. Бля, ребят, ребят, погодите, мышку уебался. Дальше. Чек на пол. Бери это в кредит. Стой, стой, стой. Фу, спойлер, а то сейчас бы опять без маны был. Мы бы опять вайпнулись. Виталик тут? Ваня, ну мне, короче, ну, типа, ну, мне очень трудно бить, короче, больших. Ну, я без мышки. Мне тяжело свечиться. Ну, тут больше просто некого бить. Ну, да, я шарю. Что, Виталик, там кастал? I'm ready. Так, давайте заходим за линию все. Давайте на изготовку, ДК начинай. Чуть его равнять? Да не надо. Отойдите от Харёна, там близко не стоит, как огурчик проноси. Метель падает, бежим. Давайте смотрим, как лучше получится, не дохните в огне. Он рейд. Прям в рейд, в рейд. Не дохните. Бэров нету. Пишите. Рагбот выноси. Давайте метку назад, через хвост возвращайтесь. Отходим от Халёна, отойдите от Халёна, милики. Бежим. Так, смотрим, лужа как будет литься. Так, нормальная лужа. ДК, заходи сразу, РД там, помогите мне, ты знаешь, если четвертая пати остается добивать. Только прожмись и заходи сразу. Кстати, добили трэш, все, рейд заходите. Играем. По большим. Бейте одного калима. Ну там трусы поставил, его бьем.
заходить. Это сейчас, сейчас. Скажите, как можно будет зайти? Заходить. Давайте, заходим быстрее, там доты добьют. 3 секунды. Давайте быстрее, пропускайте лезвие, ближе к морде выносите. Татарара, ближе к морде. Метку назад сейчас выносите, на Рексис выноси. Так, 52 света, готовьтесь, после лезвия будем выходить, только портал не залейте. Давайте портал не залейте. Утруб выноси. Выходим в свет. Виталий, что ты делаешь? Что делаю? Виталик, да поверни, поверни его. Блин, Виталик, дайте рост цвету. Колесилась, выноси. Смотрим, сейчас будет метеорит, готовьтесь. Бежим. Виталик просто лучше. Смотрим, лужа в рейд, две лужи в рейд, саку дай. Так, давайте, холёный объём сейчас до 40. Все, играем по трэшу. Дайте рост во тьме. Рост во тьме, мелких отводи, отводи мелких. Ловите телепорт у вас. Кресты через, через рейв бейте. Рост во тьме там. Давайте, только трэш бейте. Все, трэш слили, играем по холёну. Холес вас выноси. Падает, бежим. Так, свет холёна, стоп, стоим, курим, ждем, трэш бьем, напуливаем, играем по трэшу. Бей это, выноси. Так, шалай, хали села, срезай акустику. Дайте по ней там бафы какие-то. Рокот должен играть. Нет, Рокот, выходи в свет. Кокорудчик, захиливайте кокорудчиков, выйди, захилим, тьма не бейте, тьма стоп. Стоп, тьма, бежим, метеорит, тьма не бейте. Рогод, выходи, свет, играем по холеону. Смотрим, лужи в рейд, бьем холеона. Чищем антенк. Все, нормально. Играем по трэшу, тьма тоже там бейте. Билеты выноси. Давайте, свет по трэшу, тьма бейте. Норка гимна манул, ставь тотем. Так, свет холёна не бьем, только трэш. Свет не бьем, курим, как огурчик выноси. Играйте по мелкому трэшу. Хильте как огурчика, в кредита захил. Так, смотрим, метеорит, бежим. Бежим. Так, свет, играем. Бьем холёна, смотрим, лужа в рейд. В рейд лужа, нормально, повезло. Давайте по-большому играем. Давайте большого играем. Тьма стопайте, утруб выноси, тьма стоп. Стоим, курим, тьма. Бежим, метеорит, тьма можете бить. Напуливайте трэш, сливаем холеона. Напуливайте и холеона добиваем. На Рексис выноси, трэш напулить и добивайте. Ёпка, почти доп ЕП. Да по-любому, блядь, да-да. О, наручи. Нихуя себе. Плащ упал. Наручи, бля. Ёбаный. Плащ, ребята. Бывай. Зачем тебе плащ?
Да, у меня поддон опять забагался. На чем багается все время? Ой. Так, смотрим, кто тут ролил. Слава, да. Слава, раз, ноль, как там ролил? Не ролил. Ой, как ляль ты вин. Чё, кралька? Рольте запы. Я готов, сука. Чё, инка, пойдём? Ролли. Укроп. Укроп лучше, наверное, да? Угу. Ёбан. И колечко надо кому-то на медспек. Вот сейчас вообще так намного проще холипала, то что хосты но больше. Так нет, там Слава был выше по ФР. У Кральги ПР 77 был, а у Войда 49. Но. Да не, у Кральги сейчас 26, то у меня дом неправильно показывает, то вы не смотрите. Да-да, Войд выше меня был. Все, Слава, Суслятина в творение не будет ходить. Пацана на плащ кинул. Ставлю портал. Портуйтесь. Ну, могу вчера ебер получить. Просто я сейчас пало не одеваю. Шо-шо? Я сейчас пало не одеваю, я на другого перца зайду, не против. Ну, если туда на него ролил, то можно. Что, Маша, не хочешь к нам в Вильгию вступить обратно? На тебя премиум. Тут еще? Семью, семью. Она ГМ в другой гильдии, как она вступит сюда? Ну что, ИВК-то пойдем? Какую, блядь, ИВК? Вы в РС-ку еще одну не пойдете, что ли? Еще одну? Че, я заходил на одну РС-ку, блядь? Да, это смеется, что-то. Ну, думаешь, народа хватит? Смотри, WhatsApp пришел. Из 34 онлайн. Так, наливать, сейчас можешь, это и соберется. Если здание вошел, то можешь, это и будет. Не, ну, блядь, он как бы, вот было 33 онлайн, но он зашел 34. По-любому, здание соберется что-то. Ну, я собирать не хочу. Если соберете. Привет, Аня, собирай РС. Гутен так. Так, сейчас, ладно, короче, начисляю. Ну, если соберете, зайду кем-то. Заходи к нему сейчас, еще что-то будет. Полтора часа времени есть, там с кем угодно могу зайти. Так что собирайте. Собирать не буду, то мне поздно. Короче, народ, можно в Илью собирать. На плюс ноль. Йога там сделали, нахер оно надо того и бить. 18-й год подходит к концу, там йога сделали. Не говорю, что сейчас прямо идти в льду. Вообще. Пошли аргусы херанем. На циркуле уже работает аргус? Что за аргус? Ну, на легионе. Аргус пробощенный. Ласт. Ну не знаю, может сейчас что-то будет. Заходите пока на персов кем-то. Кто будет собирать? Таня, наверное, или Олег. Пати, дай. Пати сюда дай мне, я помогу собрать и потом отойду. И тут когда. Желаете что-нибудь приобрести? Пока-пока.